О чем умалчивают хитрые рыбаки? Рыболовные насадки, прикормки, ароматизаторы, дипы. Мы с вами много чего уже приготовили для ловли карася, леща, карпа. Ну а сегодня речь пойдет о самодельной, интересной рыболовной прикормке, которая манит рыбу с дальних расстояний. Какие насадки я использовал, вы увидите в этом видео. А как приготовить лучшую прикормку своими руками? Смотрите рецепт. Нам понадобится 1/2 пачки вафель. Со вкусом сливок, ням-ням, у меня вот таких. Здесь 4 штучки. Потом панировочные сухари. Овсяные хлопья. И вот такие вот пряник шоколадные с медом. Все, сейчас все это вместе в кучу. Добавил воды, вот такой вот. Густой пластилин у меня получился. Вот смотрите, здесь еще видна, даже не сильно размолол наши вафли. Ну что, давайте возьмем вот такой вот блин. Прикиньте, как хорошо в соску, да, или в этот флет запихнуть. Говорят, что для красноперки надо сыпучая прикормка, но это явно не сыпучая, а пластилин. Ну что ж, вон туда я хочу бросать. Немножко не докинул, не беда. О, в яблочко. Ну и еще одну кинем. Опять не докинул. Почти. И последний комочек. Опа. Опять в яблочко. Ну что ж, подождем минуту и будем ловить. Итак, надел я один опарик. Сейчас посмотрим. Глубина 30 сантиметров. Как наша прикормка работает? И вот уже рыба на точке, минута прошла, закормился, помыл руки, надел опарыша и забросил. Опа! Красноперка. Снимаем, опарыш не меняем, хоть и пожеванный, бросаем дальше. Ух, ничего себе! И смотрите, какая красноперина! Ништяк. Ну и это, я думаю, еще не предел. Подвигаем. Бросаем. Ждем 3 секунды. Готово. Сколько уже? 3 штуки. Давайте кинем вот сюда. Все, поплавочек стоит, рыба не клюет. Это я показал вам, потому что многие подумают, конечно, ее здесь куда ни кинь, она везде клюет. Вот, кидал я вон туда, а сейчас кинул рядышком. Смотрите, сколько прошло, 30 секунд, 40, ни одной поклевки. Потому что здесь нет супер-мега-уловистой прикормки. Сделал я вот такое местечко, порезал камыш. Закормился своей супер-мега-крутой прикормкой. Давайте еще здесь посидим. Посмотрим, что тут клюнет. Ух ты, какая поклевка. Что это у нас? Какая красноперка подошла, друзья. Вот это круто. А? Сейчас я вам покажу. Вот выбрали место поглубже. И наша прикормочка. А? Красота сработала. Смотрите, как жадно схватила. Эта прикормка работает не только по мелкой рыбе, но и по крупной. Поклевочка, пошел поплавок наш. Пошел поплавок наш. Что это такое? Смотрите, какая плотвина. А? Шикардос, здоровая красноперка, здоровая плотвина. Вот что значит рыболовная прикормка. Готовьте эту прикормочку, выезжайте на рыбалку, ищите, конечно, перспективное место, кормите и ловите. Ну а я поехал на очередные рыболовные приключения. Скоро новое видео, не пропусти. Кто не подписан, не забудь подписаться. Пока-пока. Пока.